Возле одного из домов по улице 8 марта необычное оживление. Молодые люди в накидках, указывающих на их принадлежность к волонтерскому движению Красного Креста, измеряют температуру бесконтактным градусником, уровень кислорода в крови пульсометром. А после, убедившись, что все в норме, разгружают пакеты и идут к домофону. В одной из квартир этих ребят сегодня очень ждут. Хозяйка Кириченко Галина Яковлевна – инвалид с детства. Тем не менее, женщина излучает оптимизм и жизнерадостность. Излучает сама и охотно делится этим с другими. В свою очередь, волонтеры пришли не с пустыми руками. Одежда, обувь, постельные принадлежности, сладкие гостинцы и искренние пожелания. Дорогая Галина Яковлевна, учащиеся колледжа хотят поздравить вас с наступающим Рождеством и Новым годом, пожелать вам долгих лет жизни, душевного тепла и крепкого здоровья. Этот визит не на 5 минут. Беседовали на протяжении часа. Пользу от душевного разговора получили обе стороны. Безусловно, Новый год – это один из самых долгожданных праздников в году, особенно для одиноких пожилых людей. Они очень ждут, особенно ждут поздравления и внимания, наверное, как никто другой. Для волонтеров политехнического колледжа, которые очень хотели вызвать улыбку радости на лице у одиноких бабушек и дедушек, эти праздники зимние оказались прекрасной возможностью проявить заботу. Учащиеся колледжа придумали социальную акцию «Старость в радость». Поздравительные открытки, подписанные ими с пожеланиями долгих лет, крепкого здоровья, вот уже вторую неделю вручаются своим адресатам. Одиноким людям такие послания доставляют несказанную радость, особенно тем, у кого нет близких и родных. А в праздничные дни эти поздравления, пусть даже совершенно от незнакомого человека, они доставляют настоящую радость. Ведь главное для них – это внимание. Волонтерство – это не участие в разовых акциях, это образ жизни. Помогая другим, в первую очередь помогаешь себе, становишься лучше, уверены молодые люди. Добро творить нужно всегда, так как помощь людям – довольно непростое занятие. Проще помочь человеку, чем пойти на дискотеку и непонятно, что там творить. А так пришел к бабушке, помог бабушке, бабушка рада, а тебе легче. Красный Крест. Эта организация ассоциируется с такими понятиями, как помощь, милосердие, самоотдача. В преддверии нового 2021 года мозырская организация поздравит одиноких пенсионеров, инвалидов, детей из многодетных семей, а также людей, которые не так давно освободились из мест лишения свободы. Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».